Ну что, всем привет, и сегодня мы поговорим о двух вещах. Первая вещь, мое видео, так скажем, заблокировали с Хвангом Джангом Ли, а его заблокировали в 246 странах, и на днях я попытаюсь его переделать, уже не использовать контент, который защищен правообладателем, и, соответственно, сделать его почище, чтобы вы могли его посмотреть. Ну и второй вопрос, который я хотел бы с вами затронуть, это мои предыдущие видео под названием «Забытые звезды». До сих пор, я уже поменял название, да, на «Мои звезды ВЧС» либо «ВХС», как кому интересно и удобно говорить. И, соответственно, люди до сих пор присылают мне в сообщениях, что какая-то та или иная звезда нифига, так скажем, не забыта. Ребята, я специально назвал так «забытые звезды» по той простой причине, не потому, что они забыты как таковой, а немножечко шире мыслите, да, то есть звезды уже не снимаются во многих, так скажем, киностудиях в больших и не работают с большими продюсерами, которые так выводят, скажем, фильм на какие-то большие экраны. Скажем, все бойцы, так, актеры 90-х годов уже снимаются в серии «Б». Ну, есть такие красавчики у нас, как Шварценеггер, да, там, возможно, еще, я не знаю, Сталлоне, они еще где-то как-то, но тоже уже подходят к тому, что их можно уже считать такими немножечко забытыми, но забытыми не для нас, а забытыми для киностудий, забытыми, скажем, повторюсь опять, работа с продюсерами, те же самые гонорары уже не те, но многие мне присылают и думают, что я, так скажем, немножечко тупой, что я забыл тех или иных актеров и теперь пытаюсь за счет, как мне сказали, хайпа. Ребята, я практически ничего не получаю со своих видео. Мои видео практически все, опять же, слово практически, блокируют, потому что я использую контент, да, обладателем защищенный. Вот. И, соответственно, я делаю чисто по своему энтузиазму, пытаюсь каких-то звезд вспомнить, какие-то звезд вы мне напоминаете, и я делаю видео. Но когда мне пишут постоянно, что я там назвал, скажем, вот по последнему Рутгер Хауэра забытой звездой, и теперь я чуть ли там, знаешь, не ничтожество в их глазах, мне становится смешно. Если раньше я с этим как-то пытался бодаться, то сейчас я просто блокирую этих людей и все. Не надо писать мне вот эту чушь, потому что мое название, моего каналы, и так как я называю видео, я называю его сам, потому что я свои видео вижу именно такими, какими вижу его я. Вот. На этом как бы все, видео свое заканчиваю. Хороших вам выходных, и на ближайших днях я постараюсь переделать видео о Хванге. И вы все-таки его посмотрите в полной мере. Все, всем пока.